друзья, всем огромный привет! Привет из центрального Сочи. И сегодня 25 марта. Ветер. У нас продолжается регата. Сегодня было мероприятие, посвященное посуточному бизнесу. Мы периодически с коллегами встречаемся. Очень много интересного вещают, скажем так, те люди, которые задействованы в этом бизнесе профессионально. И вот центр Сочи. Все как всегда, люди отдыхают, обеденное время, расслабляются. Солнышко первое появилось. Конечно, очень хочется поймать эти первые лучики солнца. Особенно тем, кто в Сочи приехал как гость. Ну или на время. Есть такие, которые к себе домой, но на время. Вот. Это у нас прямо по курсу. Вот сейчас смотрите медийное место. Справа Дельмар отель. Ой, ресторанчик. Солнышко действует на мозг, расслабляюще. Так отдыхают гости Дельмара. Вот такой вот сет есть итальянский. Так что... Русская ривьера перед вами, так что наслаждайтесь, а лучше приезжайте. Там же госпортивный. С каждым днем сейчас в конце марта уже будет теплее, в апреле вообще уже загорают и купаются в бассейне с морской водой, подогреваемой в жемчужине. Есть такой отель «Жемчужина», и на его территории бассейн под открытым небом, очень большой бассейн. Там есть спа-сауна. И все это можно уже в апреле, скажем так, с наслаждением использовать. Вот. Потому что можно уже прям загорать. Там лежачки есть возле бассейна. Ну, в общем-то, как мы и делаем. Начинаем сезон купания чуть раньше. С бассейна, с морской водой. Всем хорошего дня.